Вы смотрите Кунгурское телевидение, программа «Город новостей». Я Татьяна Андреева, здравствуйте. Неблагоприятные погодные условия сегодня стали причиной нескольких серьезных аварий. Одна из них произошла недалеко от поворота на Иргач, где столкнулись отечественная 14-я и Рено Дастер. Водитель французского авто ехал со стороны Перми, а «Лада» со сверловскими номерами шла на обгон по встречной полосе. Удара избежать не удалось. Скорость я скинул, впереди как бы машина еще тоже побуксовывала. Я объехал, набирать начал скорость, и он вылетает. А впереди было машин 5 так вот легковых шли, колонны, оттуда. Вот он, видимо, чтобы зад не въезжать, и ушел на мою сторону. Я уже влево тоже дал, вправо. Но куда? Влево мне нельзя было. Перелом ноги получил пассажир ВАЗа, остальные участники ДТП, благо, не пострадали. По словам водителей, обледенелая трасса была совсем не подсыпана. Буквально в 4 километрах от места аварии, уже ближе к Кунгуру, в это же время водитель автомобиля Дайнексия, не соблюдая дистанцию, столкнулся с японским Митсубиши. Из-за удара водители обеих авто получили травмы. Помощь им была оказана прямо на месте. Из-за сложных погодных условий аварии на трассе растянулась многокилометровая пробка. В Шадейской горе не только подъемный спуск для большегрузов стал практически непреодолимым препятствием. Уходя от возможного столкновения, водитель Volvo положил свое авто на правую обочину. Ну, короче, впереди тоже затор был. Я по тормозам, а дорога скользкая. Чувствую, я их догоню. Правее, меня и утащило.